Я у чемпиона в гостях на подкасте Тайсона. Я ваш большой фанат. Офигеть просто. Безумно приятно здесь оказаться. Для меня это большая честь. Спасибо, Майк. Я офигел, когда чемпион позвал меня. Мы друг друга знаем с детства. Я могу много чего, Майк, рассказать. Тебя называют живой легендой. Я рад, что живой. Мы оба лишились матерей в 16 лет. Мы все из какой-то жопы вылезли. Любимые не будут любить нас так, как любит мама. Капец, меня на эмоции вывело. Я не думал, что такая жесть будет. 7 лет я провел НФЛ. Было больно. Мне тоже. Та же фигня с боксом была. Эти приемы в реальной жизни не работают. Каким ты себя видишь? Какую иллюзию себя создал? Моя цель. Я понимаю многое, о чем ты говоришь. Ведь я чувствую твою боль. Я понимаю, как ты стал лучшим боксером в истории. Но эта херня не сработает. Я понимаю, что многие на меня смотрят с уважением, думают, что я хороший. Но им надо понять одно, я не достоин похвалы. Достоин только Бог. Да, в Ютубе полно видосов с названием типа «Майк такой бессмертный», «Майк Тайсон просто Бог». Я этого не достоин. Я не хочу срывать это интервью, просто делюсь опытом. Это очень эмоциональное шоу, но мы еще говорим о правде людей. Да, мы косячим, иногда мы падаем, иногда мы просто должны прощать себя, любить себя, вне зависимости от обстоятельств. Знаешь, я думаю об этом сейчас, потому что мне страшно. И они делают это прямо у меня на глазах. А на самом деле, ты, ублюдок, просто сделал что-то, за что придется заплатить. 4-й сезон, красавчик, братан. Я даже на первый еле согласился. Это будет просто нокаут. Не делай так. Хотбоксинг, 4-й сезон, в гостях великий Кевин Харт. Взрослее, ты меняешь свои отношения к людям разного возраста. Мы приближаемся больше к нашему прошлому, а не будущему. Глубоко. В этом бизнесе ты только и делаешь, что стараешься уложить весь мир к своим ногам. Из-за травмы детства. Да-да, вот откуда все пошло. Но ведь бои — это тоже любовь. Когда ты выходишь против такого же ублюдка, это не любовь. Смотрю на себя в молодости и думаю, кто, бля, это такое? Что он вообще делает? Так я по-новому назвал эго. Наследие. Как я о своем наследии могу судить, бля? 4-й сезон, скоро. Я готов. March 9, 4-й сезон. Кто-нибудь хочет покурить со мной травку?